играючи! Смелые, да, два молодых человека и три девочки. И именно сейчас вот Дмитрий покажет мастер-класс, как нужно двигаться по песне 80-х, да, на дискотеках 80-х. Движения простые, незамысловатые, вы можете кошелечек положить вот сюда вот. Да. Это не кошелек. Это мобильный телефон? Нет. Новый. Это плащ. Это плащ. Отлично. Не плащ, итак, плащ. Давайте как-то вот сделаем красиво, чтобы вот мальчик вот здесь вот среди девочек стоял, да? И вот этот тоже мальчик тоже в малину давай спрячем. Ну что, давайте познакомимся, чтобы весь Нижний Новгород знал вас не только в лицо, и как зовут? Катерина. Катерина. Ренат. Ренат. Настя. Настя. Дима. Дима. Ира. Ира. Ну что же, ребят, все внимание на Дмитрия. Сейчас несколько движений под ритмы 80-х. Все просто на самом деле, друзья. Право у всех с одной стороны. Да, так и подумали, да, действительно с одной. Окей, правая рука наверху, внизу, наверху, внизу, все. Это понятно? То же самое с другой стороны, четыре раза. И левая, хоп, вниз, молодцы. Следующее движение, друзья, чуть-чуть сложнее, но рука та же. Правая наверху, левая подключается, смотрите внимательно. Четыре раза, и в другую сторону то же самое. Поднимаем левую и правой рукой. Комаров отгоняем. Комаров. Ну, может, не комаров. Может. Еще раз, самое начало, правая рука. Вверх, вниз, вверх, вниз. Еще два, и последний. Слева, и вверх, вниз, вверх, вниз. Еще два, и последний. Правая. Молодцы, в другую. Оп. Неплохо, неплохо, но неплохо, надо неплохо. Под музыку попробовать, под музыку. Подожди, мы еще не до конца выучили. А, еще? Да, следующее движение, друзья, очень простое, на самом деле, все его знаете. С правой ноги идем налево. Приходилось? Налево. Налево. А с левой ноги идем направо. Девушки направо, а потом назад. Мальчики налево. Ту-дум. И все. Еще раз. Еще раз. Раз, два, три, четыре, раз. Друзья, на самом деле шел балет Тодос вот с этого когда-то начинал. Ну да, все с этого начинали. Два, три, четыре, правая, левая, три. Запомнили? И последнее самое движение, и все. Вот так. Это на бис, на сладенькое. Да, это отлично. Последний итак, под музыку, попробуем. Давай. А я маленький, ниже стен. Окей. Друзья, ну что же, именно сейчас. Теперь сами один раз, можно? Ну, думаешь. Друзья!